Решили с Эриком прогуляться рядом с домом. Посмотрите, какая красота. Корабль. Красный стоит в водичке. Вот такой корабль. О, привет. Он едет, мама. Он поедет, он с кораблем. Правда, у нас скоро будет дождь, но благо мы недалеко от дома. Быстрее! Здесь еще тренажеры. Такая территория. Да, тренироваться вот так. Да? Тренироваться надо? Вон, да. Вот. Да. Не тяжелый совсем. Ага. Давай. Это улица Волкин-стрит днем. Здесь красотища. Здесь можно купить масла. А вот здесь на улице разворачивается буквально в один ряд рынок по пятницам и понедельникам. Это Волкин-стрит. Вот здесь, вот на этой территории, фаер-шоу. Вечером много-много машин. Мама, да? Я иду себе. Что? Я иду себе. Обгоняй, обгоняй. Красота какая, да? Да. Здесь они ездят? Прям гонки? Ну да, мам. Нравится? Ну да, там это. Мама. Да. Это любит свет, папа. Ну, наверное, это оранжевый. О, смотри. Вот она, стоянка. Что там? Вот это. А там разные. И там синие. Да, много разных. Да. Мы приехали сегодня на пляж Silver Beach. Здесь обалденно. Такие камни. Чистая вода. Эрик, что у тебя там? А? Что у тебя там? Что это такое? Это, я не знаю. Что это, что это? И потом показываю. Я открою. Ой, я никак открыть. Это лошадка. Это. Так. Что еще у тебя там есть?
Что там, что там, что там? Смотри, кто это? А это корова, а смотри, кто это? Дерево. Ёлочка. Он упал. Ёлочка. А мама, они не могут. Сейчас сделаем. Шикарный пляж. Здесь прозрачная вода. Идеальный белый песок. Такие номера. Прям с видом на камни и море. Здесь можно по камням полазить, пофоткаться. С вот таким видом. Ну, можно сказать, что я сейчас забралась на обзорную площадку. Пляж небольшой и уютный. Нам повезло, народу немного. Цвет воды очень интересный. Несколько цветов. А там уже недалеко остров. Хотя, это может быть даже тот же самый Самуи, да? Здесь очень красиво. А вот сейчас у нас наступил вечер, и мы идем на Волкин-стрит. Да, мы будем подарить собаке на мясо. Да, идем мы с мясом. И можно сказать, чтобы нас не съели по дороге. Купим пончики, суши. Ну, и я очень надеюсь, что мы увидим фаер-шоу хотя бы несколько минут, ну, которые проходят на пляже. Ну вот так выглядит Волкин-стрит вечером. Здесь носки. Здесь фрукты. Орешки. И сладкое. Шоколадные шарики 1,20 бат. Держи. Кушай, Эрик, бери. Ух ты, посыпка. Капунка. Так, а в этой части Волкин-стрит живая музыка. Опа. Роллы по 10 бат. Не знала, что и здесь роллы есть. На входе купили. А вот теперь Волкин-стрит вечером. Здесь люди сидят на ступеньках, много машин, а рынок здесь. Да, мы идем на площадку. А вечером на пляже фаер-шоу. Здесь очень красивый ресторан. Спускаемся. Фаер-шоу на Бабхуте каждый день, так что можно вечером прийти и насладиться.